Неделя рекордов. Московское бабье лето в гидрометцентре назвали фантастикой. Такой жары во второй половине сентября не было больше 140 лет, то есть за всю историю метеонаблюдений. Рекорды зафиксированы еще в трех десятках городов на европейской территории России. Прогноз погоды представит наш дежурный синоптик Людмила Паршина. Людмила, добрый вечер. Субтропический циклон, который пришел с востока, сделал настоящий подарок жителям центральных областей. Но осень все-таки, наверное, вступит в свои права, когда это случится. Добрый вечер, Екатерина. Похолодание уже не за горами, но вот завтра погода еще будет по-летнему жаркой. Сухой раскаленный воздух приходит нам с Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. В Москве третий за этот сентябрь рекорд максимальной температуры воздуха. Ближе к 15 часам было почти 28 градусов. Завтра погода в целом не изменится, хотя с запада уже начал продвигаться с дождем и похолоданием атмосферный фронт. Дождь пройдет в субботу в Тверской, Смоленской, Брянской, Орловской областях. Прогремит гроза, местами ветер будет усиливаться до 17 метров в секунду. Станет не так жарко. В Смоленской и Тверской областях 20-25. На севере, хотя и без дождя, но тоже тепло, 19-24. А вот в южной половине центрального округа опять до 30. В воскресенье по северу европейской части будет проходить атлантический циклон. К сожалению, атмосферный фронт циклона оттеснит волну тепла на юго-восток. Теперь уже на большей части центрального округа, в том числе и в Московской области, днем пройдут дожди, местами с грозой и порывистым ветром. Температура понизится до 17-22. В начале недели фронт с дождями и похолоданием проследует дальше на восток. Температура в понедельник еще понизится до 11-16 градусов. Дальше будет только 8-13, холодно и по ночам, плюс 1-6. На северо-западе в субботу ожидаются сильные дожди с грозами, небольшое понижение температуры до 12-17, в Карелии до плюс 10. В воскресенье дождь кратковременного характера. В Калининградской области температура удержится на уровне 15-18, дождь пройдет только в воскресенье. В субботу в Архангельской, Вологодской областях и Коми днем 16-22 градуса, а в Мурманской области небольшое понижение температуры до 8-13. В воскресенье, когда циклон уйдет к Арктическому побережью, в северных регионах похолодает до 11-16, только в Коми до 22. И уж точно, где совсем не проявится влияние циклона, это Поволжье. Никаких дождей даже на севере, только там прохладнее, 18-25 градусов, а в основном 24-29 в Саратовской области до 30. На юге России бархатный сезон, в Сочи тоже установлен рекорд, 31 градус, но вода, наверное, уже начала остывать. Вода у побережья остывает медленно. Температура на выходные дни 22-25 градусов. Солнечно, сухо и жарко, днем 26-32 градуса и на Северном Кавказе, и в Крыму. Кратковременные дожди возможны только в горах и на Черноморском побережье Крыма. В Санкт-Петербурге в субботу сильные дожди с грозами. Ночью 11-13 градусов, днем до 15 тепла. В воскресенье ночью 8-10 градусов, днем местами кратковременный дождь, температура 13-15. В Москве в субботу солнечная и жаркая погода, днем 26-28. Намечается следующий рекорд, пока это 26,1 градуса, и был он в 1924 году. В воскресенье ночью удержится погода без осадков, температура 13-15, днем пройдет дождь с грозой, температура 20-22. Усилится дожди в понедельник, будет ветрено и продолжится похолодание. Днем только 11-16. Спасибо. Прогноз погоды представил наш дежурный синоптик Людмила Паршина.